Будущая 9-месячная Рюксанда Петко, о которой публика ТВ впервые рассказала несколько дней назад, под угрозой. Девочка с врожденным циррозом печени нуждается в пересадке, но оказалось, что предполагаемый донор, посаженный сын родителей малышки, несовместим с ней. Новый шанс выжить – это операция в Италии или Бельгии, но цена – 115 тысяч евро плюс еще 15 тысяч на то, чтобы доставить туда девочку самолетом с медицинским оборудованием. Собрать средства нужно за пару месяцев. Операцию Рюксанде должны сделать до того, как ей исполнится год. Чтобы спасти жизнь девочки, абоненты Молдсел и Унитэ могут сделать пожертвование в размере 45 леев, отправив смс с кодом 694 на номер 2910. Абоненты Молдтелеком могут перечислить ту же сумму, позвонив по номеру 0900 090 02. Подробности на сайте caritate.md.